Во исполнение распоряжения межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске 27 августа сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашихабльске совместно с ФССП Кашихабльского района провели профилактическое мероприятие под названием «Должник». Главной целью рейда «Должник» является выявление лиц, в отношении которых уже ведется исполнительное производство и у которых имеется существенная задолженность. Операция была проведена в центре АО «Кашихабль» с 14 до 16.00. В период этого времени сотрудниками ГАИ останавливались автомобили и водители посредством мобильного приложения проверялись на наличие той или иной задолженности. В ходе мероприятия был осуществлен выезд по 9 адресам. По 3 адресам жильцов не оказалось дома. Оплачено 4800 рублей. Проведено 6 бесед о своевременной уплате штрафов в области дорожного движения. Натуся Кчмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашихабльского района.